Куандыка Бишимбаева обвиняют еще по одной статье истязания. Помимо убийства с особой жестокостью, столичный департамент полиции завершил досудебное расследование по делу экс-министра нацэкономики, а также его брата, директора гастроцентра. Его обвиняют в укрывательстве и недонесении о преступлении. Ранее сообщалось, что в отношении брата Бишимбаева также расследуется уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Сейчас участники ознакомливаются с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру. Напомню, в начале ноября стало известно об убийстве Салтанат Нукеновой, в связи с чем были задержаны ее супруг Куандык Бишимбаев и его брат, директор заведения, где все произошло. В Карагандинской области начался суд по трагедии на шахте имени Ленина. Авария произошла больше года назад и унесла жизни 5 горняков. С отравлениями и ожогами тогда в больницу поступило 4 человека. На скамье подсудимых оказались сотрудники шахты. Это главный инженер, исполняющий обязанности начальника участка вентиляции и техники безопасности, исполняющий обязанности помощника начальника участка и техники безопасности по прогнозу и начальник смены. На заседании присутствовали родственники погибших горняков. Они потребовали максимально строгого наказания. Прокуратура обнародовала нарушения, которые удалось выявить в ходе следствия. Пока неизвестно, сколько всего будет заседаний суда по данному делу, но подсудимые заявили, что вину не признают и с обвинительным актом не согласны. 2 ноября 2022 года концентрация составила более 5%, объем метана 1572. Превышение фиксировалось датчиками контроля метана системы Дэвис-Дерби, установленной в вентиляторе местного проветривания. Работы по бурению дренажных и восстающих газодренажных скважин возобновлялись и продолжались. Более того, об указанных фактах загазирования не сообщалось в отдел вентиляции угольного департамента АМТ. Я считаю, что если обвиняемый не будет признавать свою вину, не будет идти навстречу того, что обвинение все-таки у них серьезное, я бы хотела этим обвиняемым сколько возможно. Если на 3 до 8, то 8 лет. Я сына уже не верну. И я очень была удивлена, что за это время, год и 2 месяца, они не встретились ни разу. Мы могли встретиться, обговорить, мы могли решить какие-то проблемы, что-то как-то полояльнее. Этого не происходит. Поэтому я буду требовать самый высокий срок их заключения. На шахте Майкаин-Золото нашли бампер упавшего автобуса и сумку одного из спасателей. Пропавших ищут уже 13 дней. Родственники считают, что поиски затянуты. Подобраться к месту нахождения автобуса удалось только сегодня. Спасатели работают в экстремально тяжелых условиях. Евгения Мягченко с подробностями. В сети появились страшные кадры момента падения автобуса с 4 людьми в обвал на территории Майкаин-Золото. О трагической гибели спасательного отряда скорбит весь Казахстан. Люди с замиранием сердца уже 13 дней ждут обнаружения автобуса. Но тяжелее всего родным и близким пострадавших. Брат пропавшего спасателя каждый день приезжает на место трагедии. Говорит, душа болит, а ожидание сводит с ума. Нурбахыт Сансызбай просит привлечь больше техники, использовать международный опыт и, наконец, ускорить поиски. Наше требование одно – поскорее бы найти, вытащить нам и, как бы, знаете, вот, ускорить работу и ни в коем случае не останавливать. Мы сейчас только надеемся, сейчас говорят, автобус находится в этом плоскости находится автобус, где указано, но какой факт, что внутри находится тело ребят. Чтобы завтра такого не было, чтобы автобус достали, в связи с условиями мы не можем дальше продолжать работу, там, чтобы работу не остановили. Руководство шахты Майкаин-Золото рассказали, что работы на участке, где произошел обвал грунта, велись с 2013 года. На момент остановки работ было проведено несколько комиссий, по результатам которых участок был безопасен и обрушиться не должен был. Проекты все у нас имеются, заключения имеются в проекте, и в заключениях никогда не было сказано, что возможны здесь провалы и возможные обрушения. Если было бы какое-то сказано там, что возможные обрушения, то, конечно, мы этот участок отгородили, вели наблюдение.
Но, тем не менее, обвал, унесший жизни спасательного отряда, случился. Теперь в его причинах разбирается специально созданная комиссия. Работы ведутся уже больше 10 дней. На улице очень холодно, а в самом обвале температура ощущается еще холоднее. Несмотря на сложные погодные условия и постоянную опасность обвала грунта, тяжелая техника на месте ЧС работает круглосуточно. Отсюда уже вывезли более 200 тысяч грунта и горной породы. Сегодня закончились работы по прокладке дороги к местонахождению автобуса. Трудности какие были? Очень крепкие скальные породы усложняли работу. Но старались, работаем круглосуточно, без остановок. Обед минимальный, буквально там по 15-20 минут и опять в работе. На место обвала по страховочному тросу спустился малогабаритный экскаватор. Начаты работы по раскопке автобуса. Они уже дали первые результаты. На месте обнаружена сумка спасателей с рабочей документацией и путевым журналом, а также кузовая деталь автобуса с номером госрегистрации. Евгения Мягченко, Кайрат Алпусбаев, Атамикен Бизнес, Павлодарская область.